ссылка будет в описании под видео. Далее переходите в свой личный кабинет и устанавливайте расширение для браузера. На данный момент оно работает с браузерами Google Chrome и Opera. После установки этого расширения у вас появляется вот такой зеленый значочек. Нажимаете на него. Далее нажимаете «Показ рекламы включено». И когда вы будете серфить интернет и открывать различные вкладки, у вас будет появляться в нижнем правом углу реклама, за просмотр которой вам будут платить деньги. Сейчас я вам покажу, как это работает. Например, давайте перейду на форум МГП, то есть я занимаюсь своими делами, читаю какие-то новости, и вот открывается реклама. Реклама появилась, сразу же ее закрываем. Также может появиться реклама, как я и говорил, в нижнем правом углу. По окончанию таймера просто нажимаете на крестик, и вам также перечислят деньги на ваш баланс. Вот давайте посмотрим. Сейчас у меня на балансе 408 рублей 291 копейка. Таймер закончился, нажимаю на крестик. Снова открываю данное приложение, и у меня на счете стало 408 рублей 321 копейка. Также здесь есть второй способ заработка, он заключается в привлечении рефералов. На данном проекте очень выгодна 7-уровневая партнерская программа, то есть вы будете получать 10% от дохода ваших рефералов, которые зашли под вами, и от рефералов ваших рефералов, вплоть до 7 уровня. Заработанные деньги можно вывести на платеж-систему PayPal, Яндекс, Киви и WebMoney. Здесь указана минимальная сумма для вывода. Для WebMoney и PayPal это 10 рублей, для Киви 11, для Яндекс денег это 16 рублей. Сейчас у меня есть на балансе 408 рублей 25 копеек. Эти деньги я здесь заработал за 2 прошедших месяца, потому что если посмотреть историю вывода средств, то видно, что последний раз я заказывал выплату 29 марта в размере 242 рублей. На данном проекте вы, конечно, огромных денег не заработаете, но тем не менее, копеечка каждый день, да, капает. Давайте выведем эти деньги, указываю сумму 408 рублей, нажимаю на кнопку «Вывести». На данном проекте, насколько я помню, выплата ручная, поэтому как только мне деньги поступят на мой кошелек Яндекс.Деньги, я продолжу запись видео. Для ориентировки сейчас время 12 часов 47 минут 8 июня 2016 года. Ну вот я и дождался обработки моей заявки с protegeoplan.net. 15 часов 19 минут мне поступили 395 рублей 76 копеек. При выводе денег занимается небольшая комиссия, о которой я вам уже рассказал. Так что данный проект платит, и вы можете смело в нем участвовать и начинать уже зарабатывать деньги. Ссылочка для регистрации будет в описании под видео. Всем удачи и профита. Всем пока-пока.